Здравствуйте, дорогие зрители, дорогие коллеги, дорогие друзья. Меня зовут Половинко Максим Владимирович. Я вас приглашаю на международную конференцию «Круг жизни», которая состоится в Минске в феврале 25, 26, 27 числа. Что там будет? Там будет очень много специалистов в разных областях системы оздоровления. Я буду выступать онлайн, поэтому можете тоже, у кого нет возможности ее посетить, также смотреть онлайн. Мы там будем рассказывать о своих школах, о том, чем мы занимаемся, чем мы живем, и как это может помочь вам в дальнейшей вашей жизни, в случае, если у кого-то так как случилось в семье трагедия, или просто восстановиться после каких-нибудь невзгод. Это все вы увидите на этой конференции, потому что там у нас специалисты в разных областях. Конференцию возглавляет Дмитрий Макарчук, вице-президент МАСОП Минск. Плюс 2 марта у нас будет круглый стол. На круглом столе мы будем рассказывать все, что касается женской красоты, гинекологии и непосредственно лицо и все, что связано с тем, чтобы женщины были красивы, молоды и привлекательны. Так как после 2 марта у нас скоро будет 8 марта, мы решили сделать такой праздник. У нас тоже приглашаю всех, возглавляя Ганна Михайловна, президент ассоциации МАСОП. Поэтому у нас будет два очень мощных таких проекта за эти месяца. Это 25, 26, 27 февраля мы представляем свою школу Максима Половинко с лярно-фасциально-оздоровительной практики на конференции в Минске. Туда едут мои ученики. Я буду выступать онлайн, потому что буду находиться в Екатеринбурге. И 2 марта это возглавляет президент МАСОП Ганна Михайловна. Это круглый стол, где я приглашаю своих учеников, и мы разбираем от и до ту тему, которая заявлена. Поэтому будет очень интересно и очень познавательно. Приходите как в Минск, так можете онлайн посещать. Реферальные ссылки на онлайн посещение выставим. Выставим также ссылки на круглый стол. И, дорогие друзья, коллеги, ждем вас на этих двух замечательных мероприятиях. До свидания.